Кто? Я, сука, вот сейчас пойду, положу себе деньги, сука, 100 000, нахуя куплю владельца. Вот, смотри, дебил, сейчас я деньги положу. Вот Сбербанк. Сбербанк. Вот мусорка, где ты там живешь. Вот бабуська в очереди. Смотри, настоящий. Придурок. И поддельный идиот. Ты где их взял, идиот? Дебил, где же куда, еще? Куда ты вложил? Все. Куда ты вложил, дурак? Пожалуйста, деньги? Подождите. Нет. Вот 100 000. Опа. Зачем ты нажал внести, придурок? Вот. Я иду домой. Куда? Иди. Вот консультант. Имей доступ ко всем регионам на сервере, переломай огромное количество различных домов различным гриферам. Установи себе префикс антигрифер. Сетни моего дома. Убивай гриферов. Установи в его доме варп грифер. Напиши на весь сервер, что здесь находится настоящий грифер. Наблюдай, как куча игроков жрут и убивают этого грифера. Также ты можешь превращаться в абсолютно любого моба, которого захочешь. И ты сможешь стать железным големом. Обязательно посади грифера в тюрьму нашего сервера. Выглядит она вот так. Посмотрите, как ему там тяжело. Ну и, конечно же, забаньте этого грифера. Пусть он увидит эту прекрасную надпись. Все это и многое другое может только владелец сервера на нашем сервере Сержокрафт. Поэтому, если ты хочешь также снимать антигрифшон на нашем сервере Сержокрафт, тогда становись владельцем сервера. И так как на него действует скидка 95%, тогда не упускай свой шанс. Заходи на наш сервер. IP в описании ролика. Прямое включение, дорогие друзья, давно так не снимал, давно ничего не показывал. Посмотрите, видите, я вообще без всего, у меня ничего в интернете, это все потому, что меня убил вот он. Где он? Только сейчас здесь бил. Посмотрите, вот у него ник Опка Редкоил. Я играю типа обычным игроком. Посмотрите на мой статус, статус игрок. Я никто, я никакая не привилегия, не владелец, не основатель, не админ. О, он в зомби превратился на моих глазах. Посмотрите, он превратился в зомби и типа теперь от зомби он ломает здесь мой. А-а-а! Убил! Вот, все. Да, это я нарвался на очередного грифера. У меня же тут жопа вообще происходит. Ой, не хом. Прописываем хом. Вот, у меня здесь хом. Я типа говорю, я игрок. Отдай мои куски мяса, а то я совсем сдохну. Вот, он, смотрите, вот эти все штучки, вот эти кубики, которые здесь поломаны, это все он поломал, это все делает он. Он все ломает. Поле мое футбольное сломал, которое игроки строили для меня, для моего сервера. Вот этот домик тоже он ломает. И ты мне должен 500 на Киеве что-то пишет. Ну, видимо, рублей, я не знаю. Ну, может долларов, но, наверное, все-таки рублей, раз он по-русски пишет. Ублюдок, матерится, опка. И смотрите, он сделал типа себе префикс опка. Ну, когда вот теперь он зомби, тут прячется ник, да? Ну, что, чтобы было видно, что человек типа... давайте напишем ему... Зачем? Деньги пишет. Он матерится, естественно. Мне даже интересно, что с ним будет, потому что я давно не снимал себя вот в роли вот такого обычной жертвы, так скажем. Мой ник Нангобой. Я специально сделал такой неприметный ник. Я не стал играть за Седжу. Так интереснее ловить гриферов. Я на самом деле, признаюсь вам честно, где-то часа два так стоял и ждал, когда... Но у меня нету. Когда прилетит грифер, расчет ломать. 2 часа ждал, вот так вот стоял. Даже уходил кушать, садился. Я очень долго ждал. Зачем тебе 500 рублей? Стойте, смотрите, что-то в бродкаст написано. Все на варп грифер, тут грифер, ломать ему дом. А теперь тут вообще еще больше стало народу. Очень много народу. Только не убирать, только не убирать. Я успел прописать хоу, вашу мать, в эту дырку провалился, которую... Здесь очень много народа, они все сюда прилетели, вообще жопа какая-то. Посмотрите, что здесь происходит. Он просто творит неправильно, он пишет, что за... Он же сам позвал сюда людей. Почему он удивляется этому? Он думал, что если он напишет на весь сервер, что он... что здесь грифер, что никто не прилетит, сюда прилетят, дорогие друзья. Сюда прилетят, посмотрите. И все думают, что он снимает ролик антигрифер. Смотрите, все думают, что это я, наверное. Грифер, да, он... Ха, грифер, лох. Привет, Ютуб пишут. Они думают то, что здесь все... Посмотрите, сколько здесь... Посмотрите, кто-то украл еще мой скин Серджо. Посмотрите, это мой скин, его украли, естественно, сразу... Слушайте, надо с ним связываться. Он делает плохие вещи. Здесь голем у нас бегают. Здесь вообще, смотрите, все эндермены, все фиолетовые. Что вообще происходит? Слушайте, надо ему в личку писать. Как его ник там, не помните был? Не помните? Редкоил. Что ты делаешь? Хватит. Вот так ему напишем, может быть, ответит. Давайте еще раз ему напишем. У нас здесь секундочки запрещают написать. Еще раз напишем. Я в видосе Седжи кто-то пишет. Ребята реально думают, что он антигрифер шоу, он Седжи, но я не. Но он не Седжи. Седжи я, но никто еще этого не знает. Посмотрите, куда-то у нас пропал наш друг, наша опка, наш Редкоил.
А, где он у нас? Где он у нас? Пока не отвечает. А, Redcoil пишет GovSkype. Вот он пишет мне в чат. Смотрите, наблюдайте этот момент. Наблюдайте, обязательно наблюдайте за этим. Потому что сейчас мы будем с ним выходить в Skype, узнавать, что он от нас хочет. Я давно не снимался так вот с гриферами. Игру, процесс, очень круто. Здесь очень много народу. Мне прям нравится, кто-то кого-то убивает. Смотрите, нет, только не убивайте друг друга. Я не хочу, чтобы из-за него люди ссорились и убивали друг друга. Пожалуйста, не надо. Пожалуйста. Так, давайте напишем, какой скайп. О, он мне пишет, Эйда, у материца, это понятное дело. Какой у тебя скап, говори. Обязательно с ошибками пишите, если хотите снимать антигрифишоу. То есть, если вы хотите снимать антигрифишоу также, то вам нужно стать владельцем сервера, как он. Он все-таки владелец сервера, посмотрите, все думают, что он снимает антигрифишоу. Все ему верят, он зазвал сюда людей, он ломает мне дом. Он написал скайп, Руслан Рудской 007. Это настоящий, походу, скайп. Его со... Слушайте, все, стойте, не томим, не томим, а то сейчас куда-нибудь пропадет. Давайте сейчас его добавим в скайп. Давайте добавим в скайп. Сейчас, секундочку, будем его искать. Что он нам здесь еще написал? Все, да, все, больше ничего не написал. Сейчас, секундочку, ждем, сейчас позвоним. О, звоним, я ему звоню наконец-таки. Сейчас возьмет, не возьмет трубочку. Алло, ёбак. Алло, здравствуй. Мордасти, блядь. Ты чё, как ругаешься-то? А тебе какое дело, собачий долбоёб и баны? Ты почему материшься вообще? Ответь мне сейчас на вопрос. А ты почему, блядь, тут такой, блядь, умный нахуй? Почему я умный-то? Ты ко мне сейчас зачем домой прилетел? Ты с меня 500 рублей зачем требуешь? Ты мне должен, блядь, 500 рублей, долбоёб. За что я тебе должен 500 рублей? За всё, нахуй. За чё, за всё? Ты чё несёшь-то? Ты сам прилетел ко мне домой, зазвал сюда людей зачем-то вообще. Чё ты делаешь? Да, конечно, пизди мне тут больше. Ты чё, издеваешься? Ты писал в брудкарт. Деньги гони. За что тебе деньги гнать? Деньги, блядь. Ты... Где мои деньги, сука? Какие деньги? Ты чё мошенничеством занимаешься? Я хочу и чем хочу, тем и занимаюсь, нахуй. Но ты занимайся чем хочешь, но ты, главное, не порть жизнь игрокам, и мне не порть, а так занимайся чем хочешь. Тебе я буду всю жизнь портить, ублюдок. Зачем? Потому что ты мне не нравишься. Ты где вообще? Ты что в моем доме забыл? Где ты? Тебе не могу найти. Сейчас я тебе устрою, сука. Чё ты мне устроишь-то? Устрою такое, что ты пиздец не будет. Чё мне будет? Сейчас. Скажи, у тебя родители дома? Мамка там, папка? Да, чё? Дома? А то я смотрю, да. Ты какой скромный. Позови их, давай сейчас с ними поговорим. Блять, зачем тебе моя мамка, нахуй? Объясни, что она ты себя плохо ведешь, чтобы тебя отпороль. Да, конечно, блядь, тебя отпороют, нахуй, быстрее, чем меня, блядь. Ты где? Ты где? У тебя... Ты где? Я тебя не вижу, у тебя был префикс? Я в Мандия. Опка, ты чё, опка? Я опка, да, блядь. Я тут так, самый главный, блядь. Нахуй, блядь. Хули так много людей здесь, блядь? Да ты сам людей позвал. И что, блядь? Как и что? Ты сам написал людей, все тут еще... Я знаю, тебя должны гриферить. Они какую-то хуету пишут. Давайте гриферить быстро его, блядь. Но ты не написал, что мой ник Нангобой. Никто не знает даже, что. О, сейчас мы напишем тебе, пидорас. Чё ты напишешь-то? Я всё напишу, блядь. Тебе зачем это... 500 рублей? Почему ты занимаешься мошенничеством? Мне деньги, блядь, нужны. Да они это всем нужны. Мне тоже нужны. Зарабатывать мне надо, блядь. Ну иди работай. Иди работай. Какую жизнь ты, ребенок еще? Какая тебе жизнь? Ты чё, блядь, мне 20 лет, нахуй. 20 лет? Да, блядь. Когда ты успел вырасти? Когда ты, блядь, родился? Когда я не родился? Какие у тебя шутки, ты мощный вообще, прям вообще офигеть. Где ты такой уродился-то, прикольно? Я уродился, нахуй. Знаешь, где, нахуй? Где ты, блядь, родился? В Китае, нахуй. Сейчас вот аплодисменты насчет юмора, они прям разрывают от децибелов наушники вообще. Кому? Блядь. Тебе аплодисменты, блядь? Да тебе никогда. Тебе нахуй... аплодисменты, придурок. Мне не нужны никаких аплодисментов. Я знаю, что я крутой, а ты пидорас. Ты где мне. Вообще? Где ты вообще? Покажи. Я на футбольном поле, долбоёб. Где ты на футбольном поле? Тебя не вижу. Да ты потому что вот, долбоёб. А, вот ты, опка Redcoil вообще. Да, я крутой. Ну зачем ты это делаешь-то? Сейчас, я тебе... В моем регионе PvP я отключал, чтобы... А, блин, ты зачем включил PvP в моем регионе? Тебе какая разница, хочу и включаю, блюдо. Ну а нахрена ты его врубил-то? Ты меня в начале раунда, кстати, убил вообще. Мне похуй. Конечно.
Я тебе повезло, я тебя еще в тюрьму не могу посадить на ничего. Потому что ты кривожопый, вот и не можешь. На. О, ты зачем? Опа, ты зачем вырезал дом? Полдома зачем мне вырезать начинаешь? Вот только люди падают, вот тут упал. А, сейчас, ты хотя бы дом не вырезай. Дом хотя бы не вырезай. Ой, я. А! Ты что сделал? Посиди пока. Ты что сделал? Ты меня в тюрьму посадил? Да. Ты меня в тюрьму посадил? Зачем? Ты, идиот, выпусти меня из тюрьмы. Дурак. Ой, ты дурак, ты владелец сервера, да? Ты владелец сервера, да? Ты покупал здесь донат, да, я так понимаю? Ну и что, да? Прям донат покупал. Ну. Зачем? Чтобы вот так вот гриферить? Конечно. Кого? Вас разводить на деньги, дебилов. Разводить на деньги? А зачем? Потому что мне деньги, дебил, нужны, сука тупая. Нет, ну ты интеллектуально, конечно, решил, а тебе людей не жалко, которые здесь вот... Нет, вообще мне на них похуй пожить. Так, то есть ты владелец сервера, который купил привилегию по скидке за 500 рублей, да, на этом сервере? Ну, ну и что? И где деньги заработал? С обедов копил? Да-да-да, твоя мамка мне давала каждый день. Я теперь в тюрьме. Ты чё ж ты делаешь-то? Выпусти меня отсюда. Хер, я не могу там сидеть. Я не могу ни хоум прописать, ни спам прописать, ни ничего. Мне пишет, что я в тюрьме 9 минут сидеть еще буду. Да мне вообще насрать. Слушай, я сейчас смотри, я сейчас зову своего друга. Друга зову. Да. Да, я зову друга. У меня друг здесь администратор, да. Я его позову. У тебя пидорас, блядь. У тебя друг пидорас. Конечно, у меня друг именно тот, кого ты его. Вот. Короче, жди, я тебе сейчас перезвоню. Жди, сейчас ты удивишься, понятно? Жди. Все, жди, сейчас я перезвоню. Дорогие друзья, я сейчас бросил трубку, сейчас я зайду за Серджо скорее, чтобы он офигел вообще, что это я. Вот он мой сервер Серджо Крафт, сейчас время практически утро, мы начинаем снимать, у нас тут игроков 200 уже практически утром, логин, а вот тут-то я вам не покажу, что мне за логин. Так, дорогие друзья, вот я на спавне, я зашел, я скорее здесь зашел, я теперь здесь, я не в тюрьме, естественно. Сейчас мы будем ему звонить, а то он еще летит куда-нибудь. Сейчас мы его удивим, этого ублюдка. Сейчас звоним. Алло! Алло, ебанько. Я тут друга своего позвал, ты где? В жопе у тебя. В жопе у меня? Я на футбольном поле. А, ты там же еще? Как у тебя? А, как, да. Как ты там писал? Варп в грифер, да? Да, и о, чё? А что, ночь стала уже. Ты где? В каком ты футбольном? А, вот ты летаешь. Не видишь меня, вот друга такого? Это кто? Да не, никто. Слушай, стой на месте. О, просто мой друг говорит, что он тебя видит. Ты сейчас смотри. Ты что за пидорас? Стой, ты стоишь на месте? Стою, дебил. Сейчас, погоди, досчитай. До трех, он говорит, посчитай. Раз, два, три, долбоёб тупой. Ой, ничего не произошло, да? Да, потому что ты дебил. Что за хуйня, блядь? Ой, а сейчас произошло. Ты куда-то умер вроде, да? Да, дебил, это что было? Ну, видимо, ты досчитаешь. Ты, видимо, считаешь плохо. Ты, блядь, плохо считаешь. Ну, ну чё, где ты, дружище? Иди сюда опять. А, вот ты, на футбольном поле, да? Чё за петух? Чё, а я почему петух? Потому что ты по жизни петух, блядь, и будешь. О! Kick it from... О, консоль kick it red coil for kick it from server. Ты куда-то делся? Меня кикнуло. Почему тебя кикнуло? Охуй, вот на, дебил, из-за тебя. А я здесь при чём? Тебя кикнуло куда-то, а ты меня обвиняешь? Да. Конечно. Ты сейчас, конечно, ты меня из тюрьмы будешь высаживать? Нет, мой друг говорит, что... Нет, иди нахуй. Ну, он говорит, что если ты сейчас меня из тюрьмы не выпустишь, тебя лишат привилегий. Куда ты делся? Ау. Оу, вот это да. Ау. Ау, давай. У меня аж интернет лаганул, походу. О, у меня интернет лагает. Офигеть, у меня интернет лагает. Офигеть. Прикинь, меня аж кикнуло из-за тебя. Чего, блядь? Меня из-за тебя кикнуло. Потому что ты долбоёб. Меня из-за тебя кикнуло, дурак, блин. Ты мне насрать. Все, ты, короче, зря так обошелся с моим другом. Да. Ты зря так обошелся с моим другом. Где ты? В жопе. Сейчас, все, смотри. Смотри, прикол. Ты сейчас, ну, смотришь, смотри. Ты сейчас на сервере? Да.
Ты готов? К чему? Твоей пизде, блядь, мамки, когда она... Конечно! Решит. Опа! Опа! Консоль что? Банет Red Coil, пошел вон, скотина! Кто? Что? Ты дебил! Почему? Сука, это что было? Что было? Где что было? Меня забанили, кто? Дебил! Кто тебя забанил? Кто? Твой друг, дебил! Не друг это мой забанил, а я, придурок! Это все один человек я, неужели ты не допер? Нет! Что ты мне говоришь? Ты тут никто! Я никто! Ну тогда смотри, я сейчас сбрасываю скайп, до свидания, и у тебя больше ни аккаунта нет, ничего, и до свидания. И зря... Я? Почему? Ты зря 500 рублей тратил, я тебе даже больше скажу. Ты просто их просрал, потому что ты грифер. Если ты сюда... Если ты думаешь, сука, что деньги все решают, то ты ошибаешься. Деньги все решают. Я, сука, вот сейчас пойду в банк, положу себе деньги, сука, 100 тысяч, и дохуя куплю владельцев, и тогда ты будешь сосать. А зачем ты их купишь-то? Я тебя везде забанят. Меня нигде не забанят, долбоёб тупой. Я тут топку куплю, все, весь сервер куплю. Прям 100 тысяч вложишь в Майнкрафт? Да. Да, зачем? Чтоб тебя, сука, покончить с тобой, скотина. Да, у тебя, наверное, денег много, да, ты зарабатываешь, работаешь. Да, я богаче, нахуй. Деловой человек. Батя олигарх, нахуй. Батя олигарх. У меня батя Путин. Батя Путин, а у меня Обама. Они знакомы, кстати, наши батя. Только у моего бати больше хуй, чем у твоего. Кстати, возможно. Возможно. Невозможно, а да, долбоёб тупой. Да, да, пизда. Все, блядь, все, 500 рублей ты просрал, все, а че? Положу деньги и тебе пизда, ты понял меня, скотина? И че, ты сейчас, и куда ты, и как я узнаю, что ты положил деньги? Че толку-то, че ты мне втираешь-то? Я тебе на камере пришлю, долбоёб. Какой камере ты мне пришлешь? На камере пришлешь, че ты несешь-то? Да, как-нибудь да покажу тебе эту пому. Как покажешь-то? На камере засниму. И чё, заснимешь? Ты ещё скажи по вебке мне позвонишь, да? Пошёл нахуй, жди звонка, долбоящер. О, сбросился, куда ты сбросился? Смотрите, он сказал, что он положит, сейчас пойдёт 100 тысяч рублей. У него батя олигарх, и батя его Путин. Ещё у его бати, там, вы помните. В общем, ждём звонка, который он не будет, потому что ничего он, естественно, не кинет. А если кинет, то это будет... Я не знаю, в общем, ничего он, я думаю, не кинет. Давайте, я вот здесь стою на сервере, пока с ребятами пообщаюсь. Давайте, вот кому это пишу. Привет, ребята. И будем ждать звонка. Может, если будет звонок, будет круто, я даже сниму. В общем, я пока на сервере, заходите, играйте, если что, я часто здесь. Ждем. Я чуть не уснул здесь стоять, но он все-таки мне позвонил. Он звонит. Ну-ка, прошло 30 минут. Да. Сейчас я уже иду в банкомат, деньги положу, смотри мою вебку. Все, я включаю, смотри быстрее. Ты вебку включил? Да. А, стой, погоди, тогда погоди. Сейчас. Вот, смотри, дебил, сейчас я деньги положу. Вот Сбербанк. Сбербанк, в натуре. Вот я по улице серьезно иду. А что за сейчас город? Сейчас мы положим денежки. В натуре идет. Вот, мусорка, где ты там живешь. Сейчас заходим. Сейчас я тебе покажу. Смотри, вот бабуська в очереди. Вот, эти 100 тысяч. 100 штук? Смотри, настоящий. Придурок. И поддельный идиот. Ты что, реально? Ты где их взял, идиот? Где же куда еще? Ты взял? Куда ты вложил? Все. Куда ты вложил, дурак? Пожалуйста, где? Подождите. Кого ждать? Стой, не жми. Вот 100 тысяч. Не жми, зачем? Опа. Зачем ты нажал внести, придурок? Ох, все, я иду домой. Куда? Вот консультант. Я вижу. Все, ну, который дебил объясняет. Ага. Сейчас выходим, и все, и хана куда, тебе. Куда? Эй, стой. Ты что демонстрацию вырубил? Ты демонстрацию... Ну, эй, алло. Я пошел домой, дебил, хана тебе. Ты зачем закинул 100 тысяч? Куда ты закинул деньги? Я тебе... Все, я тебе не дам ни одну админку, ничего ты мне не купишь. А если ты будешь нарушать правила... Запомни, если ты будешь правила нарушать на моем сервере, тебя все равно забаню. Забаню. Понял? Нет, я тебя никогда не понимал, дебил. Все, я... Все, пошел ты, придурок больной. Я его сбросил сам. Я хочу сказать то, что... Так, все, я сбросил, удалил скайп. Я хочу сказать то, что если он думает, что можно так вот сюда... Где он взял эти 100 тысяч, я не понимаю. Откуда он их взял, я понятия не имею. 100 тысяч, если он... Он наверняка взял район, он украл 100 тысяч рублей своих родителей. Это вообще, так делать нельзя, это убийственно. Он...
Я в шоке, 100 тысяч рублей при мне, он пошел, закинул, придурок, в Майнкрафт какой-то, 100 тысяч рублей в этот сраный Майнкрафт. Он не сраный, но, вот, блин, куда? Он хочет купить вот эту привилегию владелец сервера. На эти деньги можно очень много привилегий купить, особенно когда он по скидке. Там получается 200 привилегий. Больной. Но если он, смотрите, если он будет банить кого-то или что-то еще, я сразу отниму все привилегии, если сейчас все бабки будут сюда вкладывать. Что вряд ли, возможно родители увидят, что куда он вложил. Возможно, они подадут заявку, чтобы деньги вернули, я не знаю, потому что он украл деньги. Дорогие друзья, все, ставьте лайки, спасибо за внимание, заходите на сервер. Если вы увидите его под никами разными, как он банит людей, сразу пишите в группу. У нас все это показано, вот я на сервере, мы все на сервере. Заходите, смотрите, что здесь происходит, и следите за тем, чтобы он ничего не портил. Всем пока, друзья. Всем пока. Дорогие друзья, обязательно я должен сказать об одной фишке нашего сервера, которую я уже упоминал, но все-таки скажу еще раз. Мы не старались, мы ее делали, мы долго сидели, поэтому если вы хотите получить какую-нибудь привилегию совершенно бесплатно, то обязательно заходите на наш сервер Сержокрафт, тайпи в описании ролика. Вы посмотрите, у нас здесь красивый спавн, красивые голограммы, красивые люди, все красивое, туннель, который можно упасть, но ты никогда не упадешь. Поэтому прописываем просто спокойненько с вами команду free, смотрим на донат за время, пожалуйста. Мы можем получить VIP за 24 минуты, админки за 72 часа и основатель за 240 часов. Все вполне реально. И смотрите, я сам здесь отыграл уже 378 часов. Сам лично отыграл, поэтому могу любую привилегию здесь получить, пожалуйста, легко. И также можно получить донат за убийство. Например, совершив 20 убийств, мы получаем ключик от кейса. Этот ключик мы используем для того, чтобы выбить какую-нибудь привилегию. Например, VIP, премиум, креатив, админ или основатель сервера. Любую можно выбить, но не обязательно вы ее выиграете. Это лишь шанс победы. Поэтому заходите на сервер Сержикрафт, IP в описании ролика, здесь очень много, я часто снимаю, общаюсь с подписчиками. Заходите, главное то, что вы можете получить админку бесплатно. Всех жду, всем пока, спасибо, обнимаю всех, друзья мои. Все заходите.